На площадке Лесногородской школы прошел финал спортивного соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Участие в нем приняли воспитанники детских садов и школы, входящих в состав образовательного комплекса, и их родители. Спортивный праздник поддержали активисты Одинцовского отделения «Единой России». Партийцы предоставили призы для участников и победителей. Победила, конечно, дружба. Но лучшими признали представители детского сада номер 24 команду «Форсаж» семьи Егоровых.